Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, пацаны, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. Мне здесь Кирюха Полканов, не забывайте вводить по ник при регистрации. Вся информация есть в описании под видео. Ну что ж, пацаны, меня не было несколько дней, я был в деревне, буквально недавно приехал. И, пацаны, уже скоро, реально, скоро выйдет глобальное обновление, потому что, как вы можете заметить, уже почти все дома и бизнесы по ГОСУ. То есть сейчас происходит вайб. Вайб бизнесов и домов, но деньги людям возвращают. То есть за сколько вы купили этот бизнес, либо дом, за столько вам вернут деньги. Допустим, вы купили квартиру по ГОСУ, да, за 300 тысяч, но вам за нее вернут не 300 тысяч, а 600, поэтому, пацаны, вот такие вот дела. Чтобы, как бы, продать ваше имущество, вы просто пишете вот такую вот команду, получается, и вызываете администратора. И администратор уже оценивает ваше имущество, и вы можете его продать администратору. Как бы это все хорошо, пацаны, то есть вы деньги не теряете, вы наоборот все себе возвращаете, даже умножаете вдвое, как бы, деньги свои. Поэтому, пацаны, все хорошо. Я до сих пор не продал свою квартиру, потому что, ну, пусть стоит пока что, в принципе. Хотя давайте я, наверное, при вас ее продам. Как бы все равно она мне, по сути, не нужна, но было прикольно здесь жить. Она у меня была очень долго, на самом деле. Продать дом в ГОС, вот видите, 600 тысяч продать дом в ГОС, понимаете? А покупал эту квартиру не по ГОСУ, конечно, я ее покупал, а у человека, ну, в принципе, не важно. Вот, продаем, как бы, мы получаем x2, пацаны, от его стоимости. То есть вам даже не нужно ждать администратора, вы сразу просто, если продаете в ГОСУ, допустим, квартиру, если вы ее купили по ГОСУ, то вы сразу x2 получаете, как бы, деньги. Это очень даже хорошо. Все, продаем квартиру, вышли. Все, отлично. Квартира теперь у нас по ГОСУ. Я предлагаю, пацаны, взять, полетать, посмотреть, какие дома уже в ГОСе, какие квартиры в ГОСе, какие бизнесы в ГОСе. Просто для интереса. Вот мои машинки здесь стоят, получается. Ну, эту машинку увидели в прошлой серии. И эту машинку вы тоже видели. Давайте, наверное, покатаемся, посмотрим вообще, что за бизнесы слетели. Что сейчас сделают игроки, что вообще происходит на серваке. Потому что я не заходил в игру 5 дней. Я, короче, пацан, заехал в Алексеевку, здесь уже много домов по ГОСУ, просто не все, наверное, в курсе то, что нужно уже продавать свое имущество, и люди, как бы, еще держат, возможно, кто-то еще на море отдыхает, либо кто-то в деревне, как я, например, был, и пока что все дома еще не проданы, как бы, есть еще дома, которые куплены, но, думаю, через недельку уже все будет точно продано до последнего домика, до последнего бизнеса, и тогда уже выйдет глобальное обновление, потому что, пацаны, ну, это уже реально большой шаг, то, что глобальное обновление выйдет, возможно, даже в этом месяце, но нужно, чтобы все дома продали и бизнесы, и тогда уже разработчики смогут загрузить новые глобальные обновления, и там вы сможете словить себе бизнес по ГОСУ, дом по ГОСУ. Сейчас вам остается только просто копить деньги и ждать глобальные обновления. И если вам очень хорошо повезет, то вы сможете словить хороший бизнес, хороший домик, хорошую машину, и все у вас будет хорошо. Поэтому всем советую начинать на родине играть прямо сейчас, пацаны. Я вам об этом уже 100 раз говорил и повторяю то, что возьмите просто, зарегистрируйте аккаунт, начните здесь играть, подкопите денег и ждите глобальное обновление. Я уверен, что вы не пожалеете, потому что глобалка будет очень классная. Здесь вырастет онлайн в 2 раза просто. Будет новая пиар-компания, новые ютуберы. Ну, короче, пацаны, я вам реально советую начать играть на родине. Как бы, можете думать, что вот тебе платят, и так говоришь. Но, пацаны, это не из-за этого, как бы. Я просто уверен в этом проекте, то, что он поднимется по онлайну и будет висеть долго в топ-2. Да, возможно, на топ-1 место по онлайну не попадет, но топ-2 будет держать стабильно и ровно, пацаны. Давайте посмотрим, что у нас с домами в Олимпийском. Просто сейчас джетпак возьмем, а то у меня топливо закончилось в машине. Так, вижу вот один домик по ГОСУ. Кстати, это домик пиздатый такой. Вот эти дома, чтобы вы понимали, покупали по 100, по 200, по 300 миллионов, понимаете? Вот такие вот дома. Но людям, как бы, вернули деньги, за сколько они их покупали, может даже больше, я точно не знаю. Но за квартиры вы сами видели то, что сама система дает в 2 раза больше, чем стоит квартира. То есть это реально хорошо. Это реально очень хорошо. Ну, в Олимпийском, кстати, много уже домов по ГОСУ, кстати, реально много. Ну, больше половины точно. Ну, буквально 4 дома еще не продали, как бы, все остальное продано. Остальное просто продано. Ну, вот это эксклюзивный дом, поэтому тут я не знаю, что с ним делать будет. Ну, тоже придется продавать. Тони Уокер. Ага, Тони Уокер, получается. У него еще заправка в Южном, я видел. Ну, скорее всего, либо он пока что не может зайти в игру, либо не хочет, поэтому... Вот как-то так, пацаны, все выглядит. Не, ну, я честно доволен то, что будет глобалочка. Я считаю то, что они делают правильно, то, что они продают бизнесы, дома, потому что есть люди, которые уже давно играют на проекте, и они очень долго держат бизнесы, там, дома,
А людям другим тоже хочется себе купить такое имущество, поэтому у них появится шанс купить себе реально бизнес, потому что бизнес, я так понял, то, что на родине очень и очень редко продают и очень дорого. Я считаю то, что из-за того, что вайп вот такой происходит, онлайн в любом случае поднимется. Представьте просто, какой будет онлайн, когда выйдет лобалка. Все же зайдут, будут ловить дома, бизнесы. Просто, я думаю, онлайн будет, ну, 4000. Вот реально, я думаю, онлайн будет 4000. Просто все серваки забьются. Ну, кто не знал, на родине 4 сервака. Я свою квартирку тоже продал в ГОС. Получил 600 тысяч. Правда, я покупал за 1 000 000 с чем-то. Ну, в принципе, ладно, неважно. Я не буду, как бы, заниматься этим. То, что писать администрации, типа, чтобы они мне оценили имущество. Как бы, я слил в ГОС, все, я доволен. Но бизнес, я так понял, еще не все продали. Ну, в принципе, ладно, это уже дело ихнее. Ладно, пацаны, это было чисто такое информативное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.